5 лет, начиная с 2011-го, для Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста период большой работы и развития. За это время почти полумиллиону бенефициаров были оказаны медицинские, консультативные, социальные, психологические, образовательные и профилактические услуги. По всей области проведено около 6 тысяч мероприятий, направленных на оказание помощи уязвимым слоям населения. Итоги работы были подведены на 26-й отчетно-выборной конференции. Мы стали больше по количеству членов. Не намного, может быть, увеличилось количество членов. К сожалению, кто-то уходил, кто-то приходил, но тем не менее. Мы стали заметнее в области. Мы стали, наверное, уважаемые в республике, я надеюсь. 1406 первичных организаций, 18 городских и районных. Так выглядит структура Красного Креста области, членами которой являются более 83 тысяч жителей Брещины. Все они трудятся, как принято говорить, на результат, находятся в постоянном поиске новых форм и методов деятельности, стремятся сделать свою работу максимально эффективной. Деятельность районной нашей организации очень разносторонняя и охватывает, все-таки, будем сказать, больше социальную сферу в целом. А если из этой сферы взять, то, больше всего охватывает, молодежь и охватывает пожилых людей в плане их организации. Не просто там речь идет о какой-то конкретной социальной помощи, да это не основная их задача. Больше организации заметить, увидеть, организовать волонтеров, помочь. Наверное, это главное. Конечно, много еще проектов можно воплотить в жизнь, задумано. У нас еще, я считаю, на сегодняшний день, что надо больше, привлекать к этой работе и пожилых людей, которые будут приносить пользу в общении со своими сверстниками пожилыми. Вот это, я считаю, у нас надо эту работу тоже поднять. Привлечь молодежь, привлечь и пожилых людей, чтобы это моя самая главная задача на будущее. В рамках мероприятия лучшие сотрудники и волонтеры, а также члены областного, городских и районных президиумов были награждены грамотами и благодарностями. Но останавливаться на достигнутом здесь не спешат. Впереди много работы. Тем более, что за Брещиной уже давно закрепилось звание региона опытной площадки, где разрабатываются опробируются проекты и инициативы, которые затем с успехом реализуются по всей стране. Сегодня мы будем говорить о стратегии на последующие 5 лет, в которой мы, конечно, основное внимание будем уделять работе в первичных организациях. В первую очередь, это организация волонтерских групп. И текущую ситуацию будем тоже рассматривать. Текущая ситуация – это мигранты, это люди, которые находятся в сложной ситуации, это инвалиды, это люди пожилого возраста, пенсионеры, преклонные пенсионеры. Здесь мы тоже должны подумать о том, как работать с ними на постоянной основе. Вот это тоже такое направление, которое будем нацеливать как и Брестскую, так и в целом наше движение Красно-Крестовское. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.